Всем привет! С вами Стив Про, и сегодня я покажу вам топ 5 скрытых блогов в Майнкрафте по Activision. Ну и сегодня мы вправду рассмотрим 5 самых скрытых блогов в Майнкрафте. Ну что ж, на 5-м месте у нас располагается вот такой довольно странный блог, который состоит из двух частей. Сперва он выглядит как обычный серый блок, но на нем нарисован вот такой папоротник, да, и одна сторона имеет серую часть. На 4-м месте у нас располагается довольно частый блок, который появляется после установки мода. Если установили мод и удалили мод, то появляется вот такой блок, на котором написано «Обновите». На 3-м месте располагается заряженный обсидиан, да, и особенность заключается в том, что если у вас будет ночь, то он будет используется как бы как освещение, да, он будет светиться, и вправду вот такой довольно странный секретный блок. На 2-м месте располагается седло, да, возможно, многие знают, что есть седло, но, к сожалению, в Майнкрафте его официально нет, но использовать его не можете, но использовать вы можете его только с помощью определенного мода. Ну и на 1-м месте всем уж так знаменитая камера, которая была довольно Майнкрафт, но она была довольно секретно спрятана, и при нажатии на кнопку она зажигается и как бы вас фоткает, но она просто взрывается и фотки не появляются, но эту камеру вы также можете скушать, после чего издастся довольно прикольный звук. А также эту камеру вы можете убить с помощью меча или обычной руки. Ну что ж, вот такой топ у нас был сегодня. Ну а на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.